моменту сумма к оплате составляет 33 178 рублей с условием полного закрытия данного договора. Срок на оплату кредитор предоставляет на 28 апреля. В данный срок оплата поступит от вас? Нет, слушай, нет. Причина? Банкротство. На какой стадии? Какая разница? Разница в том, что сейчас вас никто не освободил от долговых обязательств. И как только подается заявление на банкротство, о назначении номера дела сообщается каждому кредитору. Вам номер дела присвоили? Я не знаю, у меня юристы этим занимаются. Чем они занимаются? Безделием? Наверное. Вот и я так думаю, что безделие. Ну, молодец. Нет ни соответствующей информации о процедуре, ни номера дела, ни даты заседания. Почему они кредитор? Свою работу не выполняют? Глупая женщина, зачем ты спрашиваешь то, что тебя уважаемый, не касается? Вы с каких пор решили, что вы имеете право меня оскорблять?